вот, я втыкаюсь. Снимаешь? Да. Вот эту штучку втыкаю? Да. Вот. И вот она воткнута. Потом ставлю на нее шарик. Вот так. Только на меня, пожалуйста, не надо в лицо мне. Не, в другую сторону, ты видишь куда? Да. Ой, один раз в лицо попал, ну два фингала. Раз, два. Ё-моё, смотри как. Вот это профи. Хорошо, все. Сам не ожидал. Профи, можно давай включать? Завтра. Завтра, давай профи. Ой, Лен, остань. Где? Вот там, в лоб. Раз, два, вай. Раз, два, вай. Плохо. Ну давай, прям на меня, ага, чтобы мне разбить очки. Слышишь, вот чуть-чуть. Деловой. Нет, в сторону. Почему я в сторону бью? В лунку. Так, все. До лунки сколько еще? А? Куда идти в лунку-то? Вот лунка есть. Работай, Лена, работай. Тебе 18 луж сегодня обработать. Резкий удар, руки вместе, два плеча вместе. О, вот, вот это удар. Долго улетел? Давай. Профессионалы. Здесь хорошо, да, ветерочек такой продувает. Что-то здесь вообще мячей для игры в гольф больше, чем... Это как будто грибы растут, шампиньоны, на унавоженном поле. А это прям ездить собирать, что ли, их? Или что это? Давай, работай, Лена, работай, я снимаю. Какие Таня, видишь, это... Валер, давай я тебя. Ой, вот это вот вид из нашего номера. Это Ленкин купальник сохнет, один из трех. Это вот наше поле для гольфа, где мы только что вот играли. Там принадлежности для гольфа постоянно. Вот. Ну, желающие могут, конечно, машинку. Машинка за деньги. Все остальное бесплатно. Вот наш номерок. Скромный. Ты одетая? Одетая. Вот наши картинки две. Спутниковая хрень. Вот. Ну, стандартный номер, как везде. Обычный стандарт. Дует очень хорошо. Дует очень хорошо. Вот. Давление мы выставили на сколько? На 22. Значит, сейчас уже 23. Вот за 2 минуты, как мы зашли, за 3. На градус уже температура упала, было 24, когда мы вошли. Вот здесь простенькая кофеварка, лед в этом хрене, щипчики для льда, холодильничек. Ну, в холодильничке так все основное есть. Бутылки всякие есть, да. Да. Ну, здесь обычно скромно, конечно. Кстати, с Китаем, да, в Китае у нас здоровое все было. А и в этом. Последний раз в Египте. Был большой очень санузел. Вот, ну и ладно, много не надо. Зато кормежка. Да, кормежка такая бешеная, просто бешеная. Все, все. Все, больше номер снимать не буду. Все.
все есть. Местная живопись очень интересная.